Молодец. Найти площадку для каникросса было легко, по собачьему лаю. Немецкие овчарки, хаски, бульдоги, простые дворняги и редкие породы собак. В любительском забеге участвовали любые псы возрастом от полугода. Чтобы пробежать спортивную дистанцию каникросса, хозяин и собака должны соединяться специальным потягом, шлейкой и поясом. Эти соревнования, они не требуют какой-то вот особой дрессировки. Единственное, что на прогулке, если вы со своей собачкой бегаете, то она уже, соответственно, ну как бы этому научается. Детская трасса для забега составила 500 метров. Взрослые бегали 1,5 километра. Дополнительно на взрослой трассе стоял огневой рубеж. Меткие выстрелы по мишеням добавляли бегунам баллы. Самому маленькому участнику каникросса оказалось всего 11 месяцев. Старшая дочка, наверное, раз 4-й участвует. Она тоже бежала в детском забеге. Он первый раз. Это, во-первых, семейный праздник. Участвует очень много семей. Из поколения в поколение. Дети бегают, родители бегают. Поэтому семейный хороший такой праздник, традиция. Мы каждый год участвуем. Любительский каникросс прошел в Барнауле уже в 5-й раз. Он по традиции совместил в себе приятное, спортивные соревнования на свежем воздухе с любимой собакой и полезное. Все взносы за участие пошли на помощь бездомным животным, а победили в забегах в каждой категории. Самые быстрые и сплоченные. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.